Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры мастеров. Роден. Работа называется «Поцелуй». Около 1882 года. Бронза 85x51x54. Метод работы Родена был прост. Он много и упорно трудился. Обычно скульпторы выбирали для натурщиков определенное положение и лепили фигуры. Мастер делал наоборот. Он просил модели двигаться, принимать удобные им естественные позы. А когда находил самую привлекательную с визуальной точки зрения, останавливал натурщика и повторял ее в произведении. Добившись славы, Роден нанимал большое количество моделей, они должны были ему постоянно позировать. Ваятель делал быстрые тренировочные эскизы. На каждого натурщика на разных положениях приходилось по 5-10 минут. Из десятков зарисовок и гипсовых набросков вырабатывался финальный вариант, который его помощники и отливали в бронзе. Все просто. Просто две фигуры слились в поцелуи. Ну, вот такое описание к работе, которое называется «Поцелуй Родена», я нашел в интернете. Около 1882 года работа, бронза, текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.